Более 600 водителей «Газпром-добычи Ямбург» ежедневно и еженочно выезжают на маршруты на Ямбургском, Заполярном месторождениях и в Новом Уренгое. Большое совещание по безопасности дорожного движения собрало представителей основных подразделений, подрядчиков и контролирующих органов. Обсудили капитальный ремонт автодорог, участие работников УТТСТ в городских акциях «Внимание, дети» и в конкурсах профмастерства. В «Газпром-добыче Ямбург» свыше 1000 транспортных средств, перевозящих грузы и пассажиров. Чтобы доставить их до точки Б безопасно и вовремя, водители стараются учесть и неблагоприятные погодные условия, и поведение окружающих. И это получается. У нас были некие происшествия, связанные с наездом на столбики, на предметы, какие-то габаритные, скажем так. Но это не привело к тому, что наше общество понесло какой-то ущерб, ну и тем более к тому, что кто-то пострадал. Официально дорожно-транспортных происшествий по прошествию 7 месяцев работы нашего общества в области безопасности дорожного движения не зафиксировано.